Девчонки, всем привет! Сейчас я нахожусь в своей студии, приехала сегодня пораньше для того, чтобы снять для вас ролик, как студия выглядит сейчас, далее будет видео в процессе и видео после. Я надеюсь, вы оцените. Дальше вставлю обзор, полный обзор студии. Следите за новостями. Девчонки, теперь экскурс по студии для вас, как она выглядит сейчас. Зона ожидания, место, где можно оставить свои вещи, рецепция, она очень нам не подходит, но пока мы с ней не можем распрощаться. А кубки мои и кубки еще девочек есть. Стол и стул бровиста, все очень прикольненько. Логотипчиком, такой стульчик. Далее места для мастеров по наращиванию ресниц. Их у нас сейчас 4. Я их хочу уменьшить до количества 3, но чтобы не было свободного времени. То есть максимальное использование, при том, что это будут вот реклайнеры, да, они довольно широкие, они занимают около метра. И будут занимать больше места гораздо, чем кушетки. Поэтому на место 4 кушеток мы можем поставить только 3 реклайнера. С учетом того, что у нас всего лишь 63 квадрата в студии, больше я поставить пока что не могу. Это зона мастера по перманентному макияжу. Здесь работает мастер. Зона стерилизации и дезинфекции. Здесь у нас уборная. Что хочу показать в уборной из того, что здесь есть. Вот для девчонок такие штучки, вдруг там где-то что-то не успели. Сухой шампунчик, средства гигиены, пластырь для чистки обуви, для чистки одежды, потому что укрываемся пледами, мало ли может быть такое, что где-то остается от пледа ворс. И здесь находится наша мини-кухня, которую мы тоже должны убрать, переделать. Наша кофемашина. Вот так вот это все выглядит. Очень мало места. Но поскольку аренда в новостройках, там, где мы находимся сейчас, дорогая, мы не можем пока расшириться какую-либо из сторон, и это еще одно помещение, если это будет, то точно такого же размера, но его нужно заполнять, нужно продумывать все до мелочей. Вот так выглядит сейчас моя студия, как она будет выглядеть уже через 2 недели, я вам буду постепенно показывать, потому что в планах у меня очень многие изменения.